Я испытываю сопереживание к коллегам, поскольку не раз проходила через то, что им придется пройти сегодня. Я хочу пожелать всем удачи и собранности, нужного для соревнования. Ну и, конечно, держать лицо, чтобы не случилось. Фонограмму нам включите, пожалуйста. У нас суфлер происходило. Я выбрала образ певицы, которая, наверное, произвела на меня самое большое впечатление за всю мою жизнь, ее трагедийная судьба, ее влияние на французское общество. По признанию многих аналитических журналов, она занимает второе место после Шарля де Голля из личностей, которые повлияли на французское общество. Это пронзительная нота, которую мне хочется спеть последней. Во имя того, во имя чего, наверное, служит искусство и призвано служить искусство. Не оставить равнодушным зрителя. Сейчас я в заключительный раз захожу в этот лифт, чтобы представить в образе великой Далиды через несколько секунд одной из самых прекрасных женщин планеты.
секунду, я тебе буду помогать. Помогаю самой Долите, боже мой. Спасибо. Наталья Могилевская. Роман Григорьевич, берите микрофон. Объясняйтесь в любви. Сейчас можно. Знаешь, я вот сижу и думаю, как это грустно, что сегодня вот кажется, это последний вечер. Но я думаю, что это начало совершенно других человеческих отношений между нами и участниками этой передачи. Знаешь, и счастье, что, вот как и обещал Наташа, значит, пьеса про Люсю Гурченко у нее, и мы начинаем репетировать. Все. Спасибо. Я хочу сказать, что песню «Долиды», которую я только что пела, Советскому Союзу, всей стране, открыл на самом деле в своих служанках гений Роман Григорьевич Виктюк. И все говорили тогда: боже, что это за музыка? Дайте же мне этот саундтрек к спектаклю великого режиссера, современный наш сегодняшний гений. Не так говорили, что это за спектакль, что же за революцию нам подарил Виктюк. А там еще и такая музыка. Вот так вот говорили, это правда. Ну, правда. Спасибо, удачи всем участникам. Спасибо.